Полипы. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний отправились на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания... Чё мне надо, печать повиновения тыкать? ...серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. От души. Ауру ещё можешь поставить, другой. ...из тёмных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. И вообще-то сами. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратил наше время, паладин. Да, без понятия. Погнали, давай, Рус. Хорошо. Знак доброты. Нет, не стой. Я левого там. Правого танча строй там. Еще раз окрадись. Там тусов фир. Плечи. На себе щиток, пожалуйста. Ты братан, да? Не знаю, да. Силы. Классно было. Был один раз. Ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Погибните, герои. Ты же хулипал. Да приебался. Сандра. Видел. Сакру и мы. Сейчас. За мышку. Видишь? Не прорался под кипящей яростью. Еще не готово.
что мы... На Юрс. Айю. Может ли он выжить? Пайс. Это номер два. Все чудовища повержены. Да? Да. Сейчас великий чернокнижник Вилфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Вот эти. БДК может треснут. Нет, да зачем? Это хорошо, конечно. Есть смешные зрители. Верховный лорд, а теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный посмотрим демон. Что выйдет? Получилось! Трепещи перед классным Вилфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит моя самоуверенность! Тут я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Шарацу! Как? Эрдонский повелитель Пылающего Легиона! Так. Ну, что тут продано? Передай, мистер Бро, наруч. Видишь, как под названием госпожа Боли? Прям... Просто... Видни. О, маффа нет. Делай с демоном. Баф просто не умеешь. Доспех висит на локе. Да, вулкан слить. Череп и дать сад. Тебе лужа. Агрится, на кого попало. Oh.
Вот столько... Беспечно играть с темной магией. Поставьте стол. Вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Смерть будет быстрой. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Клиппер, дай мистер Брозе пясти. Уберите тотем из центра. Ваня, выключи зов. В смысле? Дух. Что, меня слышно что-то или что? Ваня, дух стаи выключи. А выкройку почему ему отдали? Хорошо, да будет так. Что я не туда посмотрел. Олег, там налог запустил. Передай этому роге выкройку. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Да, 98, кто выкинул, это мой перед. Так. Ну, хочет разраливать вещи потом уже. После этого буса. Плюсик. Ну, можешь ассиста дать, там быстро покидаю. Вот, Седер. Держи. Сейчас. Так. Что можно начинать, да? Нежелательно, если в них не надо. У кого есть танки еще? Спикайся, Андрей. Ты пришел? Пришла? Ты тут? Спикайся в танке. Так, Муровин, танчишь. Улика. Андреев, танчишь. ДК. Пеппер, танчишь. Дрогу. Дрогу. Машуленька, танчишь. Канта. Богохульник, танчишь. Тут он. Кого ты хочешь танчить? Богохульник. Энха. Кого? Энха, кажется, это да. Звездочка. Там две пухи у него или то посох? Посох у него в руках. Хилд. Ну, танчишь ШП, там сбивай косты. Будем играть звездочку сначала, потом. Шамана, кружок. Квадрат РДРУ. Не, сначала после звезды череп, потом кружок, потом квадрат чек. Ваня, наверное, готов под... Да-да-да. Череп, видите? Потом шаман.
что делать? Тебе бы еще найти бы. Вот, кот, кота бьет. Чего делать? У меня скрины есть, ссылка? Смотри, как я ему посохом накидывал. Там ничего интересного было. Че-то дал нахуй. Да в смысле, что там какой РДПС был? Да я еще ничего не вносил за апрель. Мне стерив дали полторы тысячи, блин. Пенсия 1356 крит. Здесь просто его уничтожу. Бать, смотри, как он вращается просто, как вот у него. Уничтожат крида. Может, ханта не будем убивать, а то выйдет тоже. Да, да, убейте. Еще к ней банки к хвосту привяжи. Дайте банку, кто на хвосту на той. На силу атаки есть у кого? Да, сейчас мы ход. Пойду шакалу пиздеваю. Не щади его. Ты не дай еще. Ты кто кого еще? Чего ты? Че он пошел Вару хотел по морде дать, а Вару его сложил. Да Беном запорол. На костер. Славик, блядь, респект потерял даже среди НПЦ. Ему был пол. Сегодня вот новичок сейчас. Спринтами. Еще один пошел там поковырять. Да там кидно просто. Что? Кто-то присаживается. Да я на тебя с бутылкой перепутал. Ник Алковар. Кому-то известен? Прическу испортишь. У него на жопе нет прически, наверное. Ку-ку. 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 А мы тебе сказали, что не знаем. Я не слышал. Какой не? Алковар. После сегодняшних потерь мы стали слабее. Давай возьмем, какая разница уже. Все равно через полгода, когда. Пали великие воины. И ради чего? После этого рейда уже закрывается. Нас ждет битва с королем Личом. Так, сейчас будет сложный босс. Здесь все менялось. Кирилл, Кириллушка, дело утро знаю. Кирюша! А, точно, я забыл, блядь. Кирюша! Что? Иди кушай! Блять, мышка. Кирилл! Кирилл! С одной Л. Ты тут? Латы. Пацаны.
Отойти все. Тебе тут объясните. Кто-нибудь из вас задумывался когда-нибудь, насколько мы работаем? Лишь сплотившись, мы сможем пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети. Тогда можно запустить. Крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! Нажимай куча раз. Да и с белой сойдет. Ага, перебрать. Право тебе что-то другое. Давай белую возьму. Черную берите, что ты ж... Ну смотри, надо черную... порталу. Да. Надо... Что надо? Ну-ка. Надо брать белую и бить черную. Берите черную, так белую. Танк переводит сюда, вот сейчас... в звездочку к нам. А зачем вы черные стали? Вы что, тупые? Я не понял, тут что-то поменялось, почему все жили? Да, поменялись местами сферы и босса. Босс. А зачем вы взяли черную и встали у черного? Вы что, рофлите? Нет. Что вы говорите? Не свет. Я не понимаю. Раз, два, три. Короче, берем тут, ДК, который... Кого танчит, скажите мне. Вот ту, черную танчит. ДК танчит белую. Сейчас ДК белую ловишь, идешь к тому порталу, где она стоит. Мы тоже к тому порталу идем. А протопал танчит вот для черного портала, который на той стороне. Я сейчас танчу с темным дебафом или со светом? Со светом. А, смотри, а почему нельзя подойти вот сюда, сейчас смотри. Звездочку подойти, да? Всему рейду. А БДК... БДК приведет нам кружок к нам. Мы будем просто стоять. Да, вам так и что? Надо делать. Бэпер, перебьет череп. Взяли черную и встали в черный. Подруг, да? Или мы такие стоим, и танк ведет ребро к нам. Скажи. Нормально, я тебя... Все, похуй, пуля. Ну, на ребре так, а здесь подруг. Так, подождите, сейчас, блядь, сейчас Бэпера запутали. Череп, Эдис, погибель тьмы. Ты его стаунтишь и ведешь к темному порталу. Темная сущность справа от нас. Ты смеешься и пытаешься сказать, и получается высер из жопи какой-то. Успокойся, отдышись и нормально скажи, я ничего не понимаю. Смотри, давай. А ничего непонятного, ты берешь и танчишь черную вальку у черного портала. Что тут непонятного, Сас? Все, гу. Говорите все в одно время. Пожалуйста, я уже не могу себя держать. Давай пульнем посмотрим. Не то. Ты, Димон, так говоришь, будто мне это сказали 18 тысяч раз. Вот он тут всю жизнь танчит. Вообще, порталы местами поменяли, пацаны путаются. Херню только сделал. Ладно, просто рофлим. Но было весело. Так, я только не ловите, сейчас за ней убивают, если шо. Не, просто по ощущениям, как будто я в рейде золотой молодой Орды, там, нахер. Атмосфера веселая. Они не знают, как 25 держит. Да я тоже ничего не знаю. Что-то. Да чё? Сфера стоит. Согласен.
Мне кажется, босса поломали, потому что он использует только темную воронку. Либо это просто совпадение. В общем, вроде то же самое. Да, то же самое. Вот было бы весело, если бы не надо было менять порталы и щиток бы. Правда? Босс оценивает твои шутки перед тем, как его спорить. Если хорошо пошутил, то вот две черных. Ты все еще сомневаешься в могуществе Андрея Паладина? Знаю. Мы примем любой вызов! Перса отдали 5 лет назад, сам везде был, целка проходил, но что-то подзабыл. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашный герой Серебряного Авангарда. Мы вместе конечно. Нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое... Если нет, то бери Вилли. Значит, нормальный типок. Но он все равно испортится, посмотреть. Мы ему не скажем. Что-то не принимает инвайт. Лагает, наверное. А ну ты, кстати, они живые еще? О, а можете волчат написать решето void to? Что это? Решето. Ты смотри, тебе уже один бан дали. Второй бан. Три, опа, будет топ. Ты на счастье. Если все 20 человек напишут, это будет круто. Будет топ. Не будьте стадом, не пишите ничего. Не слушайте его, он на заводе. Кто у тебя? Куда Макс побежал? А, да, не бежите туда, тут, судя по всему, может сагриться босс. Ты, вот, запоминай, кто написал. Остальных ЧС кидай. Кто второй пропал на Шульника? Да. Там напиши тоже. На Шульника Пеппер танчит трэш. Вы знаете, как танчит трэш? Нет, ну если его буду танчить, расскажите вкратце, что там. На брейдере. Ловишь двух мобов, подводишь их под босса в рейд. Вот гей. И мы его убиваем. Если мобы кастуют теневой удар, ты его сбиваешь скиллами щит мстителя, молот правосудия, волшебный поток, гнев небес. Все понял, окей. Ну, а на второй фазе трэш не надо подводить под босса. Желательно его просто кайтить, получать по минимуму урон по себе, избивать касты. Вот. Так, а печать прочествовали тут или повиновение? Не знаю, может я без понятия. Главное, чтобы мобы не сорвались на рейд, не убили. А там уже сам думай. Раскидай пристов и шаманов разных пати, чтобы они тотемом подхиливали. Нет, убирайте этот стамина баф. Молитву стойкости все убрали. Убирайте отхил от шипел все. Зачем вы это делаете? Ну, вайпнуться хотят, понятно. В смысле? Быстрее убить босса. Ты не подумал об этом? Ну да, умереть, если потом дальше. Если только приз захиливает как раз вот эти проценты, которые снимает босс. Ну он пишет, чуваки, вот помойка. Давайте подумаем логически. У вас протопала второго нет, я не знаю, чем она слушала. Машуник, испекайся в танка. Босс снимает... процентном количестве хп от вас. Допустим, если у вас 100к хп, у вас отнимается сколько? 25к хп, 25к хп передается боссу. А если у вас будет не 100к хп, а 80к хп с пула, то не будет не передаваться не 25 хп, не 25к хп, а меньше. То есть босс наносит в процентах урон и передает себе. Пойдем попробуем так. Маша, я слева, короче, танчу дальше. Кто на боссе? На боссе Моровин. Маша, не в Дискорде. То, что вы говорите, и похуй. Да есть у кого-то танк еще?
Она спекнулась, я ей написал, что делать. Дайте по Маше, приставав, арест снимите. Ну да, по танкам, по танкам дадите баф. Чек на пол. Бля, в чем проблема зайти с браузера, ссылка в Discord. Марин, хуй знает, что ебаны новые такие, что тут из телефона заходят. Моровин, пуляй босса. Это место станет вашей. С ним. Все захилить. Сейчас метки. Оседает. У нас первые секунды босс меньше отхилится. Чем меньше. Чё? Думал, охуенно. На третьей фазе он хилит. Лучше иметь на третьей фазе или... Да, эти. Ну, Квиш, знаешь, что тут? Пускай опускай. А вот и гости заявились, как и обещали. Забегайте в лужу. Господин. Сейчас найду этот скилл, покажу. Если на меня не кинется метка. Ставьте тотем геймплея, а потом никто не залезет. Махни. Близи. Буду багаться хантом. Ну чуть-чуть. Играй. Все не хильтеры. Энси будет хила хилим. Это, наверное, это не хилим. Трэш. Звание вулькана, пиши. Сейчас. Нет. Окей. Богохульник. Чульнику на фул. Он же опять водит. Пациентов, а здесь пациентов есть. Да. Просто страш. Отвел тебя, господин. Босс отнимает жизни ХП в процентном соотношении. И вот такой же, что ли, блядь, сделали. Одинаково.
Да всегда так было, блядь, что вы... Да, этот плащ, он заебал падать, если че. Вчера такой желуд был абсолютно, да? Да, заебал уже, блядь. Три месяца не убивали ИВК, блядь, заебал, только вчера выпало. Ладно, всем спасибо, удачи.